Разминка, она необходима для того, чтобы организм разогрелся и подготовился к следующей работе. Утренняя, она действительно нужна, чтобы встать и с хорошим настроением встать, и чтобы день был такой же радостный, как эта разминка. А дневная разминка, она уже такая бодрящая, чтобы как бы тоже люди помнили, что движение – это жизнь, и соответствовали этому. Начали и... Эль-степ. Второй. Молодцы, и бицеп, второй, третий, стоим, четыре. 3, 2, начали, и 1, 2, 3, оп, молодцы, еще раз, и 1, 2, 3, оп, бедро, руки. Вторая рука, наклон. Диагональ. Переходим. Тоже с другой рукой, за рукой. Округлили спину, вверх, поворот корпуса, опустили. Еще раз округлили спину, руки вперед. Пальцы рук соединили сзади. Потянулись вверх и медленный поворот в одну сторону, в другую, еще раз, хорошо, еще раз руки вниз, ладонь на колено. В одну сторону и тоже в другую сторону. Хорошо. И сделали вдох, руки через стороны. Выдох. Еще раз вдох. И третий раз самый лучший. О, молодцы, молодцы. И теперь встают.